Два, три, чотири. Тато, пішли тихенько. Ідемо, ідемо, ідемо. Тут вони приїхали зняти і дуже мене просили. Навіть наліво, ще трошки йди, пройди. І просили, ні, наліво, чого ж ти встаєш сюди? Наліво, от сюди підійди трошки. І вони просили, щоб тебе зняти. От там камера, вони там стоять. І там вони знімають. Там, там, там. Роман, хто тебе, блядь, просив? І ще раз. Пішли. Тут вони просили з кіностудії, щоб тебе зняти для фільму. От вони там на долині. Бачиш, вон там камера у них стоїть на долині. Не бачиш? Бачиш? Ну так бачиш, ну так все. Так що у них трошки знімуть і все. Боже, ти бачиш, яке сьогодні сонце страшне. Скільки градусів сьогодні? Тут 50 градусів сьогодні. Ну, що, ти не бачиш? Ні, зараз чекай хвильку, постій ще трошки. Вони зараз скажуть. Дарс. На себя. Так и буду мотаться по земле. Нет. Ну а что тогда? Скажите мне, вы ведь все знаете. Вы будете сидеть и ждать полицейских, и поскольку вам нечего будет делать, то вы позволите вашим мыслям вернуться назад. Ваши руки будут опускаться вниз к смыслу вашего существования до тех пор, пока на окровавленный пол не брызнет белая струя. Но ваше бедное сердце не выдержит этого, дружище. Оно взорвется в момент оргазма, и с вами будет покончено.
закрой глаза, зажмурься и чмокни меня. Окей, с играми покончим. Я думал, что бумаги скроют, как у меня. Все напряглось. Иди ко мне. Зачем? Сиди у меня на коленках. Но мне кажется, на них очень неудобно сидеть. Удобно, удобно. Тебе понравится. И в тот момент, когда она была у меня на коленках одетая, и ей ничего не угрожало, брюки мои с такой силой преисполнились любовью к Лолите, что, откровенно говоря, хлынула влага. Гражданка Макарова, войдите. Сядьте. Разрешите? Там здорово. Сядьте. Вы знаете... Не разговаривайте так. Простите, пожалуйста, но я хотела... Нет, не по... Сидите тихо. Вы кто? Я хотела только сказать, что... Нету сказать. Мой шар был... Вы капиталист? Почти. Да. Ну какой? Зачем вы к нам вернулись? Для народа. Какая цель у вас? Народ требует. Цель? Искусство. Кто это такой? Вы Ахматову знали? С большой буквы. Ахматову знали? Любила. Зощенко видели? Божество Ахматова. Встать! Сесть! Встать! Сесть! Я больше не буду. Татьяна Ивановна, иди сюда. Татьяна Ивановна, иди сюда. Тогда разрежь арбуз. Давай. Пай, 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 пай. Валя, не бери так много, людям же не хватит. Я еще парни, сейчас еще принесу. Тарелку, тарелку. Ой, давай. Хорошо отдыхали, дай Боже вам. Ты что, сумасшедшая? Нот ты не те поешь, Валя. Нот ты не те. Я все хорошо пою. В каждом счастливом дне Ленин в тебе и во мне. Ну, беременный.
Ай-рай-рай-рай-рай-рам. Медленно все! И! Говори, Валя, смех! Смех! И! Браво! И! 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 Смех, Валя! Пошли! Напивай себе сразу, Валя, напивай! Напивай! Та-та-та-та! Напивай! Та-та! Ти-ля-й-рай, напивай! Ти-ля-й-рай-рай-рай-рай! И! Та-та-та-та-та-та! Легли в кусты! И! Если ты талант, то после этого сама улыбнешься. Скажи, любите... Скажите, я все-таки выдержан. Как я потрясающе себя веду, потому что я люблю. Вот этого ты не говоришь. Ты не любишь, ты сводишь счеты в нашем ЖЭКе. Ты пескоструйщица, которая пришла к себе у РЗУ. И выясняешь, почему тот вчера алкоголик с тобой так обошелся. Это другая пьеса. Это интеллектуальный писатель. Пошла. Мог быть, джентльмены из... Молчи. Валя Нестерхам опять страдает. Валя, ты опять готовишься к страданию. А я прошу к блевоте. Ну, другого слова не знаю. Блевоте, выблевывать слова. А может, вы хотите Европу? Пошла. Открытый тон без Чехова из Кислодрыщенска. Не уходите из зала, посидите, дослушайте. Ты с этого начинаешь спектакль. Тебя никто не понимает. Здесь нет педофилов. И не будет. В СССР тем более. Поэтому ты должен биться в глухую стену. А если ты не будешь биться, ты ее не пробьешь. Если ты им будешь рассказывать, это лекция Кона, куда они не ходят. Потому что они знают, что это отвратительно. Пошел тебе. И. Хоп-хоп-хоп-хоп. Я говорю, о, это кожа. У меня есть тема! Скажи, Виноградик, божественная тема для того, чтобы ты не уходил. Удержи улыбка, Олег. Вот. Я говорю, такая тема кожа. Это разные ритмы головы могут быть. Найди это про... Не, как припадки гнева. А не выговаривай, не злой совершенно. Его заносить должно. Поехали. И не ставь точку от мужчины к мужчине! Пошел дальше. Пытаешься то за одно, то за другое. Мечешься от мужчины к мужчине. И ничего у тебя не выходит. Не кричи! Не кричи, дело не в крике! От мужчины к мужчине, иди, болтай, говори. Мечешься, бейся! Мужчине, ничего у тебя не выходит. И бейся, еще! Утирают от тебя вдалеке. Браво! Сама купила ему билет. Так же, голова! Платила за билет и оплачивает дорогу. Вниз! Валя! В дорогу! И так! Да, видишь, руки такие, один, карман, стучит, рука, пока все, вот это! Темпо! Сразу бешенство! Тогда проходка не нужна. И на проходке! В этом же весь фокус, тело имеет разные измерения. Он дает в разные стороны все. Нет! А нет! Параллельно это железная дорога. Москва-Ленинград. Рельсы. А у нервного человека все одно работает. Он не может совладать. Это же тогда не нервный. А есть хоп, хоп, это, две, одна, сюда, да. Все, но не может быть логики. Поехал! Оплачивается дорога, всякая мразь норовит проехать сюда на машинку. Поехал! Они получают от тебя то, что им нужно, и выходят до следующей станции. Голова! Переспала с собой по пути. Голова! 25! Голова! 50! Браво! 500! 500! Голова! Браво. Come on.
хочу это видеть. Грязь, грязь, какое же я дерьмо. Я отбрасываю назад волосы. Слегка раздвигаю губы. И медленно снимаю ночную рубашку. Нет, это бред какой-то. И стою так, чтобы все мое тело было на виду. Она же совсем голая. Зачем? Для тебя. Нет, этого не может быть. И мне ни капельки не стыдно. Она хочет, чтобы я это видел. Я хочу. Ей это нравится? Мне это нравится. Ей хорошо? Я тебя не вижу. И ты можешь сделать со мной все, что захочешь. Что я должен делать? Что? Неужели это есть то самое? Ты так подумал? Я боялся, что останусь без ног. Ты не понравилась. Еще как понравилось, Марк. Вот это я хотел, чтобы тебе понравилось. Спасибо, Марк. Она была моей первой женщиной. Вы готовы? Я вас проведу к дому анониста. Организатор этой аптеки музея, первый директор Крылов Русский. Мы жили в одном доме на площади Рынок 18. Рассказал мне тогда великую тайну, что сюда, во Львов, приезжал Владимир Ильич Ленин лечиться от очень нехорошей болезни, от сифилиса. Он приезжал два раза и заходил в эту аптеку. И он же мне рассказал, Крылов, очень интересные факты из жизни этого города. Бабушка Маркса отсюда, родственники Зигмунда Фрейда отсюда. Здесь же жил великий писатель, родоначальник мазохизма Мазох и график и писатель Бруно Шульц. Священная земля. Русские, за мной. Вот ты знаешь, почему у нас все время войны? Потому что мы все время носим одежду. И мужчины, они не могут знать, у кого из них самый большой. Если у тебя, к примеру, маленький, то ты хочешь отхватить самый большой участок земли. Или построить самый большой дом. Или написать самый длинный роман. Но ничего не получается. Можно завоевать весь мир, но если при этом оставаться в штанах, ну как ты докажешь, что твой больше, чем, скажем, его? И это называется цивилизованное общество. Да миром
правит горстка мужчин, у которых эти... у которых эти штуки размером... Размером? С кнопку. Раньше в этом помещении было казино «Де Пари». Здесь была посередине очень красивая громадная люстра. Здесь были скульптуры манюрок, таких фривольно раздетых женщин. Там был лифт для двоих человек, который поднимал клиентов на 5 этажей вверх в комнаты. Там был публичный дом. И вот, когда советская власть пришла в родной город Львов, то это помещение было отдано Дворцу пионеров. И здесь мы играли патриотические спектакли, читали стихи, прославляющие Родину, партию. С этого я начал. Сожалеет, что считал тебя голубым, Гомбард, дорогой. Но ты же явно не Петик. Да, когда я говорила мистеру Хейзе, что хочу по принципу «ты мне, я тебе», он был просто в замешательстве, честное слово. Да, «ты мне, я тебе». Он кончил, я тоже хочу. Он меня, а я его. И чтобы не было этих штучек, взгромоздился, попыхтел, спустил, повернулся и захрапел. Нет, сэр. Он меня, а я его. Секс – это здоровье, говорила я своему мистеру Хейзу. И надеюсь, что ты будешь исправно выполнять свой долг по ночам. Да, так оно и есть. Каждую ночь, как часы. И поливай. Папа, пошли! Пошли! И
саду затихло. Хорошо, Сережа. И сразу пошли. Пошли! Пошла, пошла, быстро! Тем, 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 тем! Тем, 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 Олег! Вы видите, сколько вы опоздали? Поднимай, поднимай! Поднимай! Замери ногами. Ничего не делать. Ничего не делать, браво! Браво, вот из гроба. В этом есть мой смысл. По чечирку пошло! Я, Валя! Валя, почему ты чечирку берешь и вот так? Что? Что тебе от этого? Ну, что ты делаешь всегда так? Так что ж берешь и куда? Ну, веди, куда ты взяла. Бери. Я посажу на парик. Валя, не надо головы. Секунда. Это незаметно. Только для баб-профессионалов. И кроме того. И кроме того. Почему ты... О! Это что, бесприданница? Нет. Нет, все. Матом! И кроме того! Кого? Гумберт не тот мужчина, он кинь, а лед вот здесь. У нас нет. Брулянты! У нас нет мужчины в доме! Почему ты просишь? Это Агудалова? Да. Нет. А я говорю, к ебеней матери всяких мужчин! Мат! И? У нас нет мужчины в доме! Гениально! Брулянт. Поправляй. Все, конечно, имеется потребность. Молчи. Все. Поняла меня? Все. Нет. Да. Брависсимо. Пойдем. Чуть-чуть. Он правильно говорит. Пойдем. Вася, не дотрагивайся, потому что она целый день лак выливала на голову. Вася, Вася, Вася. Матим. Людочка. Люда. Дядя пойдет, когда она сложит руки. Фортепиано. Не понравилось тебе? И тебе плохо? Я куда ребенка ведут уже? Сейчас самое интересное будет. Супруге понравилось? Да. Да? Да? Понравилось, да? Конечно. Она хорошо смотрела. Отдыхайте. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Всего вам доброго. Храни вас Бог. Вас здоровья, тоже. Счастья. Всяких вам благ. Спасибо. До свидания. Прощайте, потому что вы завтра уже улетаете, мы с вами не увидимся. Спасибо. Мы еще увидимся и завтра. Да, да, завтра будем. Обязательно. Да, ну а как? Завтра уже уезжает? Наташа Дмитриевна.
Я очень хочу посмотреть. Так много говорили, писали. Обязательно. Завтра будем проходить через кордон. Через кордон и режим. Возможно, это не твое. Это просто говорит о том, что все, все свершится. Раз люди тянутся к искусству, значит, все-таки они ночью стоят, списки составляют. Вот и науки. Как самое лучшее. Так что спасибо, что приехали. Что... Я очень жалел, что мы... я вынужден был срочно вылететь. Мы весь вечер все-таки ждали, мы специально все подумали. Ну, спасибо, у меня выхода нет. Я знаю, да, я знаю. До свидания еще раз. Спасибо за заботу. Завтра не будет. Очень мне было хорошо. До свидания. До свидания и счастливого пути. Понимаете? Володин говорит, что самый грустный спектакль за всю жизнь, который он видел. Тот Володин драматург, да грандиозный человек. Это мужчина, я так подумала, думаю, да нет, это может. Это тот грандиозный человек. Я смотрю. Самый грустный. Самый грустный в мире, который... Причем он никогда не врет. Ну, с ума сойти. В общем, с ума сойти. Я еще раз приведу. Давайте шампанское. Давайте шампанское, открывай. А где моя сигарета? Левочка, что ты там остановился? Что, больной, что ли? А где девочки? Смотрите, что у меня есть. Уйди от меня. Так, тихонько, тык-тык-тык, туда-туда-туда. Нона, да. То не Польска. Прошу, пане. То есть Россия. Прошу, пане. А, там мол, я тебя... Все там мол, я видел, я тебя... Ну, так, ну, ману, мама. Для гэмэ, амур. Тут эзитан. Découvrant l'amour et découvrant le temps. Y'a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Ils s'aiment comme des enfants, amour plein d'espoir. Et malgré les regards remplis de désespoir, malgré les statistiques, ils s'aiment comme des enfants. Enfants de la bombe, des catastrophes de la menace qui gronde. Enfant du sinistre, armé jusqu'au dents. Ils s'aiment comme des enfants, comme avant les menaces et les grands tourments. Et si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, один день из тех дней я помню очень хорошо. Я выскочил в эту подворотню,
Навстречу мне вбежала высокая, красивая, рыжая женщина. Еврейка, у нее был знак здесь, на груди шестиугольный. Она притянула руки и закричала по-польски: «Помоги мне!» Я, не задумываясь, потянул ее на лестницу, но мы не успели никуда добежать, бежали немцы и ее увели. Но ее глаза я запомнил навсегда. Guarda ben fiso. Fiso di tua madre la faccia. Che tenresti una traccia. Эти призраки обладают той чувственностью духа и чувственностью тела, которые истощают их жилы и замыкают их в застывшую позу сладостных размышлений. Спасибо. Резать надо. Это фаршировано. Какой ужас. Очень. Я знаю. Можно, спасибо большое. Вы плохо едите. Я знаю. В чем дело? Почему? Я почему плохо? Знаю, я человек плохо зажатый. Знаю, плохо ухаживают. Да, пожалуйста, я спасибо. Вот мясистую часть. Маленький кусочек. Нет, вы увлекаетесь. Почему? Вот, спасибо большое. Мне кажется, вы плохо едите. Это правда. Правда? Угу. Почему? Некогда. Некогда? Вот к вам теперь буду приходить. Надо внимание уделять. Да. Конечно. Ну, надо вкусно жить. Да. Знаешь, вся жизнь в драматургии. В драматургии. Разве? Угу. Мой обожаемый, мой самый дорогой, обожаемый, это признание. Je vous aime. Я влюбилась в вас с той самой минуты, как только увидела вас. Я страстная и одинокая женщина. И вы, et vous êtes l'unique amour de toute ma vie, конечно. Я знаю совершенно точно, что ничего не значу для вас. Совершенно ничего. О, да, вам нравится говорить со мной. Я вижу, как вам полюбился наш домик. Книги, которые я читаю. Мой любимый petit jardin. И даже «Et même la conduite affreuse de l'eau». Но сама я для вас ничто. Так, так, я вообще для вас не существую. Но если, прочитав мое признание, вы со своей загадочной европейской амромантик решите, что я достаточно привлекательна для вас, как спутница до гробовой доски, то прямо так и скажите мне. Если нет, то не поминайте лихом. Adieu, mon chou. Priez pour moi.
если вы вообще молитесь. Dico dico parsi, dico dico parla, non tu sei via, non dormi che se non là. Il passe parisi, il va passe parla, comme il est bon dans un costume de gala. Quoi fait un sombrero, les cuisses bien à plat, si son cheval il se promène à petit pas. C'est sa moustache en gros, lui serait de gomita, il fait rêver tous les jupons de la rambla. On dit tout pas que son grand père était corsaire, qu'il faisait la traite de noir à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison, il habita tout le gratin de l'Alcala et depuis là. Dico dico de belle unique légataire, de son magot, de son cheval et ses airs. Il peut garder devant chacun son sombrero. Settembre cavallero, dico dico. Dico dico parsi, dico dico parla. Dans tous ces millions, non t'en plus que c'est non là. Il passe par ici, il va passer par là. Comme il est beau dans son costume de gala. Pour faire des sombreros, les cuisses bien à plat. C'est son cheval, il se promène à petit pas. Et sa moustache en blanc, lui c'est de gomina. Il fait rêver tous les jupons de la rambla. C'est la trotte de noir à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qui l'habita. Tout le gratin de l'Alcala et de Pila. Tico tico de belle unique de gadelle. De son magot, de son cheval et de ses terres. Il peut garder devant chaque sa sombrero. C'est un vrai caballero, tico tico. Tico tico par ci, tico tico par là. Dans tous ces vies, on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là. Comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé des sombreros, les cuisses bien à plat. Si son cheval, il se promène à petit pas. C'est sa moustache en flanc, il serait de gomina. Il fait rêver tous les jupons de la rambla. Je pense personnellement qu'il faut absolument que les hommes jouent dans les bonnes. Oui, absolument. Roman Виктюк. Я считаю, что в служанках играть должны мужчины. Именно мужчины. Роман Виктюк. La trotte de noir à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qui l'habita. Tout le gratin de l'Alcala et de Pila. Tico tico de belle unique de gadelle. De son magot, de son cheval et de ses terres. Il peut garder devant chaque sa sombrero. C'est un vrai caballero, tico tico. Tico tico par ci, tico tico par là. Dans tous ces vies, on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là. Comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé des sombreros, les cuisses bien à plat. Si son cheval, il se promène à petit pas. C'est sa moustache en flanc, lui serait de gomina. Il fait rêver tous les jupons de la rambla. Он встретил женщину своей мечты. Как он мог усомниться в том, что она женщина? Кроме того, я азиат, а значит, не вполне мужчина. Ваша теория высосана из пальца. Да? Да. Почему же тогда имеет дело с Востоком, Запад? Всегда остается в дураках. Ну, хватит, отвечайте на мой вопрос. Он догадывался, что вы мужчина или нет? Я его никогда об этом не спрашивала. Вся моя жизнь была ошибка. Это была абсолютная ошибка, ибо человеку, который не стоит плевка, я отдал самое дорогое, что может один человек дать другому. Любовь. Любовь привела меня к гибели. Любовь ослепила меня и извратила мою природу. И теперь, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу отражение женщины. На Востоке женщина готова принести себя в жертву ради мужчины, который не стоит ее мизинца. Лучше честная смерть,
чем жизнь без чести. Наконец я нашел ее. Я так же известный, как мадам Баттерфляй. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. Dis-toi, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de mer. Quand tu tombes, je suis malade, complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis. Et ça va faire bientôt deux ans. Madonnina, c'est ma chèche. А где-то? Наливай. Как хорошо, еще. Это какое у тебя хорошее. А они, ребята. Ты же почему поблеваешь это же? Ты лежи, Сережа, лежи! Сережа, лежи! Я через тебя переступлю. Сейчас, подожди! Только не крутись! Только не крутись! Потому что... Иди с нами! Беги, Вова! Ты иди с нами! Ой! Все, все, все! Мы не уходим! Но! Je vais à ta rencontre et je te dis.
jusqu'au paradis. Monsieur l'amour, si tant que tu te montres,